Потихоньку двигаемся в сторону Уфы. Кратковременная остановка была. Это проблемы с навигацией, блин. Проехали по Домайлово. С левой стороны километры Черна, Лесовский поселок. С правой стороны река Воробьевка. И Дмитриевка, это населенный пункт. Впереди Вавилово. Да. Скоро будем проезжать место, где я совершил ошибку. Во-первых, уже проехал ту развязку, где нужно было уходить в сторону Аша, Сим и Челябинска. С правой стороны старое русло Дюмы. Двигаюсь по Затонскому шоссе. Вот отправляюсь, я говорю, пользуйтесь специальным, навигатором, короче, не смартфонами, не, чтобы не попасть в ситуацию, в которой оказался я. Проехал развязку, где нужно было уходить направо, я взял налево. Ну вот эти навигаторы, у меня X-Play был навигатор, вот, никогда, правда, никогда проблем не было. А вот установил навигацию на смартфон. И вот обратил внимание, смартфона, он всегда тащит через город. Тебе нужна объездная дорога, а он через центр. Это очень неудобно, потому что попадаешь в пробки. И привыкаешь к навигатору, и малейшие проблемы с навигатором, ты уже теряешься на дороге. Река Белая. Не знаю, видно будет, нет ее на экране. И попадаем в славный город Уфу.
На что я наворотил на маршруте Москва-Красноярск. Это вообще уму непостижимо. Ну вот, посмотрите на город Уфу. Впереди камера. Ограничение 40. Двигаемся по городу. Впереди плохая дорога. Ограничение 60. Улица Пархоменко. Ну, наверное, основные улицы буду называть. Вот жалуюсь, то, что солнце в лица, ничего не видно. Октября, переходящий улицу Цорлёпы. Пересекаем улицу Революционную. Не знаю, совпадет или нет до метра. Ну вот улица Цорлёпы. Это район жилищного комплекса Уфимский Кремль. Улица Цорлёпы. И начинаем потом петлять по городу. Левый, правый, левый. Да, город рассмотреть, конечно, вряд ли получится. Вот освещение прямо в объектив, солнце. Что город строится? Так. С правой стороны река Белая. Пересекли проспект Салавата Юлаева. С правой стороны был Бельский мост. И двигаемся по набережной. По набережной реки Белая. Так, набережная реки Белая. Двигаемся по улице Пугачёва. Уходим влево.
Впереди река Уфа, мост через реку Уфа. Это Кировский район. Река Белая сливается с рекой Уфа. На картинке очень хорошо видно, как отличается состав воды реки Белая и реки Уфа. Уфа темная, черная. Нагаевское шоссе. Впереди камера. Ограничение 90. Нагаевское шоссе и постепенно... Приближаемся к развязке, на которой уйдем на трассу М5. Впереди развязка. Разворачиваемся вправо, и мы на трассе М5. Ну, это уже федеральная трасса М5. Двигаемся на восток, в сторону Аша, 7, Рязань, Златоуст, Челябинск, Курган и так далее. С правой стороны проходит железнодорожная ветка. Вот ситуация интересная. Обратите внимание. Но у меня был раньше навигатор, а сейчас поставил на смартфон, и он потащил. Проехал уже, не стал возвращаться. Потерял минут 40, наверное, не больше, не меньше. Но раньше ездил, сразу уходил. Позже прокомментирую. Слышали диалог, мой диалог с дальнобойщиком? Он заметил меня еще раньше на трассе. Вот. Он поехал по объездной, а я по смартфону ломанулся через город. И вот мы с ним снова на трассе встретились, вот пообщались.
Ну, весь разговор вы, кто будет смотреть. Кто будет смотреть без ускорения это видео? Интересный диалог. Ситуация интересная. С правой стороны русский юрмаш. Прям вплотную трассы проходит с правой стороны железная дорога. ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны деревня Светлая. С правой стороны поселок Верный. Также с правой стороны река Шакша и река Карагонка. Далеко справа Талтыманов, Новая Березовка, деревни. Ну, до перевала еще далеко. С левой стороны садовые участки Башнефть. Прямо по ходу поселок Тереховский, с левой стороны от дороги пруд Караганка. Но будем проезжать по мосту через реку Караганка. Так, с правой стороны Ясная Поляна, с левой стороны проехали Алаторка. И пока ничего примечательного нет, двигаемся в сторону Уральских гор. Буду пропагандировать изучение телеграфной азбуки.
изучайте телеграфную азбуку, что она дает, что она дает, я уже говорил раньше. Так, что-то произошло, но ни хрена себе. Ну, на видео в ускоренном там вообще этот беспредел, который начинается. Не зря ее называют трассу М5 «Дорогой смерти». Сколько здесь аварий было? Вот куплю топливо на Лукойле. Мой совет – никогда не покупайте вот… Дорога узкая, по одной полосе, тихоход тормозит. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Тормозит движение, возникают такие вот конфликтные разговоры. Ладно, пока молчат. Телеграфная азбука. Призываю всех изучать азбуку Морзе. Не пожалеете, ребята. Это новое направление, новая жизнь. Вообще радиоэлектроника – это необычайно интересное, увлекательное и полезное занятие. Сами не будете заниматься, детей привлеките к этому, откройте им такую возможность, предоставьте такую возможность. Это очень полезное мероприятие, дело. Вот. Эти барыги, которые скупают топливо, это топливо скупают с этих с левых заводов, воруют нефть. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 90. Воруют нефть, перерабатывают ее в самоварах, в низкопробное топливо, в бензин, в соляру. Попасть на контрафакт можно и на так называемых брендовых заправках. Сколько уже об этом говорили, писали. Вот. ВОЗ и ныне там. Так, справа поселок Ауструм. Ну и ничего больше примечательного такого не вижу. Так вот, привлекайте своих детей, знакомых к изучению радиоэлектроники. Полезное и очень нужное занятие. Научите ребенка работать с паяльником,
с различным инструментом, ну, типа кусачики, плоскогубцы, отвертки, ключи. Научите пользоваться ножовками по металлу, по дереву. Чтобы ребенок рос и из него получился мужчина, который может забить гвоздь в стенку. Очень много времени ребята проводят в интернете. Эти стрелялки, игрушки, это просто украденное у ребенка время для жизни, для развития. Так, трасса М5, больше известная среди дальнобойщиков, как дорога смерти. Впереди река Сим, река Баш и поселок Тикеево. Дорога очень узкая, давно уже назрело время расширять ее как минимум до 3 полос, чтобы были участки для обгона медленно идущего транспорта. Тихоход собирает за собой огромный хвост. Собирает огромный хвост и при малейшей возможности автомобили идут на обгон. Многократно наблюдал ситуации, когда просто аварийные ситуации возникали. Не успевает обогнать, влезает между впереди идущими автомобилями, мат-перемат, но это полбеды. Но не всегда и не все успевают своевременно перестроиться. Мне очень не нравится пятерка. Ну, по возможности стараюсь объезжать Уральские горы через Пермь, Екатеринбург. Я называю. Это если из Москвы ехать, то Москва, Ярославль, Киров, Пермь и вот до Екатеринбург, Тюмень. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Говорят, что уже в Кировской области вроде бы с дорогами навели порядок. Давно там не был. Год, наверное. Ну, когда был крайний раз, то на самом деле там местами полностью заменили полотно, местами сделали ямочный ремонт, но есть отдельные участки, где очень грубая поверхность дороги, грубое полотно, трещины, залитые битумом. То есть очень некомфортно есть участки, но в целом ехать можно. В Пермском крае очень хорошие дороги. Я на перевале нахожусь. Сейчас. Я ведь за такой светом поехал, да? Он потащил меня в город. Крутил по городу и я приехал туда, где говорил тебе, вот эта развязка, М7, М5, вот он туда привел меня. И водитель, дальнобойщик,
говорит, ну что, говорит, покрутился по городу. Минут 40 потерял. Нет, он там на развязке стоял. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Это, ограничение 90. Это позвонил ведущий, поинтересовался, где я нахожусь, и я вот поделился информацией. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Прямо по ходу река Сингаза, Ардыгиль, с правой стороны река Санга, населенные пункты справа Усть-Курышка, Санга, Новострой. Так, ну, больше пока ничего примечательного не вижу. Реклама, реклама, реклама. Трасса М5, федеральная трасса М5, но по новой классификации, по новому названию, я не знаю, как она называется. Не смотрел классификацию новую. С левой стороны по ходу ручей Мавшинский, река Салов. С правой стороны река Большая Маяса. Вот этот перевал через Уральские горы, примерно 200 километров, иногда быстро его пролетаешь, иногда еле-еле, ну, тихоходы в основном виноваты. Двигается со скоростью там 30-40 километров в час, такой хвост собирает. Сейчас не могу припомнить, в этой серии или на маршруте Москва-Красноярск. На маршруте Москва-Красноярск. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Да. Ограничение 90. Было очень сильное ДТП, много погибших. По-моему, 9 человек погибло. Нет, по-моему, нам в маршруте Москва-Красноярск проезжали, и видно было, как
Ну, через несколько дней после жуткой аварии с правой стороны ходили, собирали остатки вещей, там какие-то разбросанные вещи валялись. Очень громкое ДТП было, передавали почти по всем телевизионным каналам. Давно назрела необходимость строительства третьей полосы. Это дорого, очень дорого, но, думаю, человеческие жизни дороже. Но если не воровать, и не очень дорого-то будет. Проехали речку Ук. Впереди по ходу ручей Соловей, соленый ручей, соленый и Иргей ручей, река Шолома, о господи. Но впереди еще с правой стороны по ходу русло реки Ук. Вот скоро будет одно из красивейших мест на трассе. Одно из красивейших. Вообще мест тут очень много красивых. Это город Сим. Кто впервые едет, да и не впервые, там по много раз многие останавливаются и любуются пейзажем. Очень много магазинов, этих придорожных, сувениры, одежда. Радио FM нет, связь тоже не всегда ловит. Так. С левой стороны ручей черный. Летом очень красиво здесь. Напомню, ну вот пытаюсь иногда камеру разворачивать влево-вправо, чтобы какую-то панораму могли увидеть. Но перевал лучше всего проходить в светлое время. Потому что за Симом, ну и туда дальше, крутые повороты, левые, правые. Ну и летают, соответственно, джигиты. По встречке, с бешеной скоростью. Много, очень много. Очень много аварий. Видел сам, ну не сами аварии, а последствия. Блин, что-то шея затекла. Трасса М5, перевал, Уральские горы. Ну, если невозможно полностью через перевал проложить,
три полосы, ну, с участками для обгона, то хотя бы на каких-то вот отдельных участках можно было бы сделать. За перевалом, там где, если двигаться на восток, уже в конце там есть такая возможность, участки для обгона, три полосы. В ту и в обратную сторону попадаются. А вот до подъема, на подъеме, ну, я имею в виду от Уфы до Осима, да даже еще дальше, там чуть ли не до Златоуста, такой возможности нет. Не помню, зачем останавливался. Так, подъезжаем к Симу. С правой стороны река Песнянка. Ну и вот с правой стороны где-то на расстоянии примерно, ну, пару километров, вот этот поселок Сим, поселок или город, я не знаю. Ну, с правой стороны Сима. Ну, это что-то комментирую в салоне. Вот видите, что творит этот гаденыш. Я имею в виду большой груз. Движение по второй полосе запрещено для грузовиков. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Две полосы на подъем. Крайне правая для грузовых, левая для легковых. И вот вылазит вот такие вот. Вот такое поведение просто бесит, честно говоря. Так, впереди ручей, второй песочный, речка Чернолес. Это с правой стороны, с левой стороны Золото в ключ, ручей Мельничный и река Судомойка. Река Судомойкин, о господи, река Судомойкин. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 9. То подъем, то спуск, то подъем, то спуск. Извилистая дорога, не серпантин, но очень много поворотов. Это просто иной раз не то, чтобы бесит, а выводит из себя вот это неадекватное поведение так называемых
профессионалов. Или пьяные, или в зеркала не смотрят. Совершенно за обстановкой на дороге не наблюдают. Увидел, поехал. А то, что там автомобиль идет или на обгон, или уже разогнался для обгона, это наплевать им. Ну вот по этой причине очень много и аварий, очень много конфликтов на дороге, ругани в эфире. Вот и по этой причине называют трассу М5 дорогой смерти. По-моему, в маршруте Москва-Красноярск. Ну там будет, я, наверное, приторможу немножко видео. Фура перевернулась. И двое суток практически перекрывала дорогу, пока кран пригнали. Информация о том, что перевернулась фура сутки, в эфире звучало. Ну и я захватил этот момент тоже. И... хотел заехать в Карпачёво, чтобы купить приспособление для смартфона. Вот, ну, потом передумал. Это уже идет реклама из Карпачёва. Мы будем подъезжать к Карпачёву, я об этом скажу. Очень хорошее место для покупки, для получения услуг, для отдыха. Ну, относительно для отдыха. Зевал, хотел про Карпачёва рассказать, только что проехали минут, ну сколько, минут, наверное, 5 тому назад. Ну, можно было на дороге заметить активность вот этих магазинов, кафе, очень много было слева и справа. Прозевал, не успел сказать. Запомните, Карпачёв, это вот там на трассе можно получить услуги, купить много что. Карпачёв. Впереди река Малый Бердяж, с левой стороны населенный пункт Малый Бердяж и река Юрюзань,
с левой стороны далеко, но постепенно она вплотную подходит к трассе. По мосту будем ее переезжать. С левой стороны Катавский пруд. И с левой стороны, ну, там будет два поворота больших, левых поворота, это усть Катав. Вот нам должна машинка попасться какая-то. Дальнобойщики предупредили. Мое видео кусками проскакиваю, поэтому показать на гаишника, ну, можете сами, просматривая видео. Ну, один поворот на Усть-Катав проехали. Впереди еще один будет поворот. Я там не был в Усть-Катаве. Ничего про город сказать не могу. Но, судя по карте, достаточно большой, крупный населенный пункт. С левой стороны Катавский пруд. И далеко с левой стороны, по ходу движения, железная дорога идет, петляет тоже, как, не знаю, как будто бык прошел. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Ну вот, Усть-Катаве передавали, что дорога слякотная. Больше всего, что я боялся встретить эту слякотную дорогу, это заляпают стекло. Постоянно нужно его обмывать. С правой стороны река Катмир. Ну и ничего больше примечательного ближайшие километры не вижу. Леса, леса и леса. Впереди город Юрюзань. Это примерно километров через... километров через 10. Но опять-таки в Юрюзань не заезжаю. Юрюзань пройдем по объездной. Кстати, невероятно красивое место. Невероятно. Юрюзань тут, по-моему, зона, курортная зона. Ну, будете ехать на восток, то можете остановиться на ночевку. Ну, должен предупредить, что не пожалеете, думаю. Цены тут, конечно, берут нещадно. Три шкуры снимают.
километров через, ну, может быть, да, километров через 5, через 6. С правой стороны будет Трехгорный. И Трехгорный справа, и Юрюзань там же. Ну, это вот контрафактное топливо. К бабке не ходить. Могли бы на перевале почаще делать места для кратковременного отдыха, стоянки. Пусть без магазинов, без мотелей, просто площадку бы сделать. Вид невероятно красивый открывается с правой стороны. Ну вот, за деревьями с правой стороны Юрюзань. Даже на видео будет видно, какая тут красота. Сделали бы такие смотровые площадки. На площадках сувенирные киоски. Ну, думаю, со временем это все будет. Сквозь деревья мелькает эта панорама. Панорама просто невероятно, невероятной красоты. С правой стороны похода. Ну вот, практически и проехали Юрюзань. В Юрюзань можно попасть и по железной дороге. Ну, курортное место. Впереди плохая дорога. Ограничение 80. Ограниченная видимость. Еще раз, в который раз скажу, что перевал рекомендую проходить в светлое время. Во-первых, более безопасно. Во-вторых, рассмотрите природу, красоту, ну, всю прелесть уральских гор. Не все, хотя бы частичку. Насколько хватает обзора на карте, вот смотрю, леса, леса, леса.
Ну вот видите, плетется еле-еле. А впереди его кто-то сдерживает, видать. Перевал очень серьезное испытание для большегрузов. Многократно наблюдал, как дымятся колодки. Не дай бог тормоза откажут. Шансов мало будет остаться в живых. Скоро заканчивается серия. Что могу сказать? Река Бахтияров. И чуть дальше река Курганшка. Ну вот еще полторы минуты и серия закончится. Повторяю, что трасса М5, Уральские горы, перевал. Ну, наверное, чуть больше половины пройдено через перевал. С правой стороны Бахтияров ручей. С левой стороны, походу, далеко ручей Малая Сельга. С правой стороны ручей Кургашка. Все, больше ничего живого не вижу. А совсем далеко река Малая Садка. Ну все, на этом заканчиваю комментарии. До встречи в следующей серии.